Кира, да? Вахтер. Так, все, молодец, рядом, рядом. Сидеть, да, хорошо. В кинологической группе специализированной пожарно-спасательной части пополнение. Новую собаку привезли из Ногинского кинологического центра. Шестимесячную Киру сейчас обучают командам. Сидеть, хорошо, сидеть, молодец, да, сидеть. Кира будет поисковой собакой. Ее научат разыскивать в лесу и на завалах потерявшихся людей. Сотрудники пожарно-спасательной части уверены, лабрадоры – лучшая порода для этой службы. Кира еще пока молодой спасатель и вливается в окружающий мир, стремительно его изучает. На видео собака едва ли не второй раз в жизни видит свое рабочее место в специализированной пожарно-спасательной части. У нее далеко не все получается, но это только начало. Спасатели уверены, Кира быстро освоится на новом месте. Дальнейшие перспективы – это обучение по трем этапам. Это прохождение снарядов, также поиск пострадавших, потерявшихся в лесу и поиск пострадавших, потерявшихся на завалах. По окончанию обучения вот по этим всем трем этапам мы направляемся в Ногинск на аттестацию самой собаки, чтобы получить допуск уже непосредственно к самим спасательным работам.